Всем привет! С вами Ольга Чернова. Чтобы показать вам, какой у нас был сильный мороз, я покажу вам вот эти вот петруши-огородник, которые у меня замерзли. Смотрите, помидоры не только... Рыжий, уйди! Помидоры не только обморозили листики, они замерзли вообще все навсегда. Эти, конечно, я буду менять. Сегодня у нас ночью доходило до минус 5, поэтому, конечно... Для открытого грунта, ну, такой мороз не каждый год. Когда я высаживаю вот так в открытый грунт отдельные экземпляры пораньше, я всегда предполагаю, что они могут замерзнуть. И у меня всегда есть на запасе другая рассада. Иногда у нас бывает, что весна вообще без заморозков. О, модель пришла. А иногда вот так бывает, замерзает. Вот нынче такая нехорошая весна. Два заморозка крутых очень у нас прошло. Два похолодания. Вот, для того, чтобы вы посмотрели, какой сильный был мороз, вот по помидорам видно не просто ошпаренные листья, а прям сильно замерзшие помидоры, все. Но несмотря на это, я вот уже снимала видео, в тоннелях вся рассада у меня целая. Все сохранилось и под укрытиями. У меня замерзли только вот эти вот петруши 5 и метелицы, которые были на улице. До свидания. Это наш рыжик. Рыжик, до свидания.